Саша, но ты у нас приехал из Питера. У нас тут вообще наша команда такая собралась, да, Новочеркасск, Таганрог. Ты приехал из Питера, да, кто-то там из Шахты, из Ростова. Но ты самую дальнюю дорогу проделал, скажи, может, ну, как ты к этому отнесся сейчас, вот уже, когда семинар подходит к концу? Нет, ну, я в любом случае-то совсем не пожалел, что я приехал, потому что для меня как бы семинар — это как праздник, вот, потому что, ну, провести время, вот, да, больше информации узнать. Вот, на семинаре подчеркнул себя, вот, что до этого как бы не мог узнать, что из себя представляет и как работает жилищный кооператив. Вот. В этот раз для себя уже получил более полную информацию. Саша, скажи, вот если сейчас бы все отмотать назад, ты бы хотел, чтобы твой партнер Сергей тоже был с тобой здесь? Да, безусловно, я хотел. Безусловно, да, и не только Сергей, как бы, я вообще хотел, чтобы, ну, все мои будущие партнеры тоже всегда присутствовали на таких мероприятиях. То есть ты для себя принял решение, что такие мероприятия нужно обязательно посещать, они очень много дают, правильно? Обязательно. Спасибо большое. Саша, ты у нас из самого дальнего региона приехал. Молодец. Да, из Питера просто молодец, да. Я не самый дальний, конечно, из семинара, но... Из нашей команды, да. Из команды. А как здесь, давайте вспомним, из каких городов здесь присутствуют. Улан-Удэ, Норильск, Екатеринбург, Сибирь, в общем, что еще? Ангарск. Ангарск.